Замминистра строительству Белавкину предъявили обвинение в получении взятки в размере больше 1 000 000 рублей. Следователи рассказали, кто сделал такое подношение чиновнику. Крупная сумма, как пишет знак.ком, была получена от подрядчика по ремонту центральной котельной в поселке Бердяуш. Напомним, первого замминистра строительства Ивана Белавкина накануне сотрудники ФСБ пришли за ним в региональное министерство и увели на допрос. В самом ведомстве прошли обыски, и вот, как сообщает знак.ком, в деле фигурирует компания «Система управления». По предварительным данным, Белавкин выбил из бюджета для Саткинского района 39 миллионов рублей. Надо было отремонтировать центральную котельную в поселке Бердяуши. И за то, чтобы этим занялась конкретная фирма, якобы и получил больше 1 000 000 рублей. Суд отправил замминистра в СИЗО на 2 месяца.